Добрый день! Наше видео посвящено непрямой фиксации вестибулярных брекетов. Мы поделили видео на 4 части. Первая часть посвящена, как мы наносим положение корней зубов и готовим модель для фиксации брекета непрямым способом. Для этого нам обязательно нужна ортопантомограмма или панорамный снимок, карандаш и гипсовая модель зубов, желательно из супергипса. Обычно мы наносим на все зубы, кроме клыков, клыки в самом конце, точно измеряя положение корней. В данном случае мы фиксируем также непрямым способом или методом замки. На этом первый этап закончен.